Итак, привет, Шкодоводы, сегодня у нас обзор самых крутых приложений для нашего любимого LM327, который предоставил мне наш подписчик Сергей. Включаем разъем его рабочее гнездо, поворачиваем ключ, даем зажигание, тест стрелок, все дела. И вашему вниманию предоставляем первое приложение, Туркия у меня включена. Что она может? Она может... Например, вам нужно добавить, ну, какие-нибудь параметры смотреть. Для меня это приложение было интересно, когда я занимался прогревом автомобиля, роликами про прогрев автомобиля. Например, нужно добавить какой-нибудь параметр, нажимаем «Добавить экран», там выбираем, например, вот шкала со стрелкой. Выбираем параметр, вот эти зелененькие, это то, что видит эта прога в вашем автомобиле. Так, давление в впускном коллекторе. Ну, давай поставим. Так, средненькую. Тинк. Вот, все, поставил. Давление по сумму коллектора типа 14,2. Тут у нас пробег, фигек, загрузка, видите, другие параметры. Ну, когда заводит зажигание, все тут начинает бегать, работать. Ладно, давайте включим. Вот, смотрите, видите? Все сразу забегало у нас. Все сразу заработало. Параметры все. Давление, вернее, вот. Давление, посмотри. Давление 5,8, 5,5. Все как бы работает, видите? Параметры, так, это нагрузка на двигатель у нас, обороты 600-800, ну вот это интересно, конечно, вот обороты, нагрузка на двигатель, если правильно понимать, температура, охлаждение жидкости у нас 90 градусов, ну 90 там и такие есть. Далее, что нам по этой теме еще тут может быть любопытно? Так, такие калибровки тут. Так, например, здесь такая есть тема, как вот, например, сканирование на ошибки, ну давайте проверим. Сканирую на ошибки. Так, блин, зажигание выключено. Сейчас соединится. Так, пошел тест. Переворачиваем, потому что, видите, не видно процесс. Тут такая тема, что вот, по этой проге турки я не верю ее диагностическим способностям. Почему? Потому что сейчас она тоже напишет, что нет ошибок. У меня ошибок нету сейчас. Но и тогда как бы не было. Ну, тогда и не было, но я знал, на какой машине они реально есть. Я пошел туда, включил эту программу, и она показала, что там нет ошибок. А это вроде, потому что там не работал кондиционер. Говорю, я там была проблема с заслонкой отопителя. Они до сих пор и есть. Потому что никто не купил 4000 для того, чтобы... Ошибок нету. Ну, кто-то пишет, что тут все правда. Ну, не знаю, я этой программе по ошибкам не верю. Что интересно для меня еще вот в этой проге, это вот, например, карта. Это вот старые карты. Видите, это как вот я ездил, я сейчас проехал, она зафиксировала. Где старая карта? Давайте нажмем. Например, старая карта, вот так. 5 января автомобиль проехал 7 километров. Куда это мы ездили? Видите? Палево, палево. Кто-то куда-то ездил. Красные зоны, это ускорение. Ну кто? Куда? Я ездил, кто? Я что-то главный хозяин. Потом графики, ОБД-статус, плагины. Ну... По мне, знаете, это больше баловство. Ну, тут типа профиль создавать можно, там, автомобили, настройки. Это больше для тех, ну, я не знаю, кто хочет там какие-то там давление в турбине смотреть, а зачем вам это нужно? Если у вас, например, как у меня тогда барахлил датчик индикации охлаждения жидкости, тогда, да, полезно. Например, нажал, так пролистал. Где тут? Ну, то есть, видите, неактивно, 91 градус. Температуру ложить. По мне эта программа так, баловство. Что у нас дали? Далее у нас более серьезная программа. Кариста, не простая Кариста, а у нас 365. Как это все? Ту программу, которую я сейчас показывал турки, она мне прислала один из подписчиков, там она более правильная. Здесь на Play Market скачал эту турки, там вообще какая-то ерунда непонятная, вообще хрень, короче. Вот, по Каристе. Диагностика. Работает у нее правильно. Кто говорит, что она неправильно показывает коды ошибок? Возможно, коды ошибок показывает неправильно, но когда у меня барахлило Болеро, а вы видели это в ролике про Болеро, Кариста написала, у вас проблемы с мультимедийным комплексом. Чего не хочешь соединяться-то? А Кариста и не хочет работать. Ага. Все, я понял, в чем проблема. Сейчас мы проблему решим. Почему Кариста не работает? Потому что у нас ОБД занят
другим приложением. Выключаем. И что мы видим? Так, выключаем користом. Сейчас перезапускаем ее. Так. Видите, отключилась. Запускаем користу. Все. Видите, ребята, нельзя сразу несколько приложений. УБД задействован был Турки и той. Теперь у нас работает користа. По поводу того, что, видите, ноль ошибок. Еще раз говорю, когда у меня были проблемы с Болеро, користа показала именно ошибки в Болеро. Ну, было написано ошибки с развлекательным центром. Возможно, код ошибок пишет на не совсем правильно. Про правильный код ошибок мы поговорим в другой мобильной версии приложения. А по диагностике ошибок нету. Когда я приехал к той Шкоде, где у кого были проблемы со сломкой отопителя, користа четко показала ошибки с отопителем. Все-таки настройки. Что она может? Она может вам сделать педальку газа более активной. Она может вам сделать дифференциал более спортивный, электронный. Можете сделать вам тест стрелок, разблокировать Болеро. Там много чего может сделать. Все это вы видели в моих роликах, все это делать. И то, что я вам показал, что подключив все эти функции, ошибок не будет. А активировав педаль газа на мгновенный отклик, она реально ходом стала меньше тупить. Как видите, в интернете вранье нету ошибок. Как мне писал человек, что если активирую, как вычислил в интернете, спортивный дифференциал, тогда типа вылетит там еще, я не помню, кондер вроде бы, все работает. Например, так, так, машина подключена. Вот видите, у меня активно ESP Sport, все. ESP Sport отключена. А как я активировал ее? Через користу. Реально проверял, машина может идти боком, как в токийском дрифте. Но активировать ее стоит денег. Брать ломаную, ну, смотрите сами. Потому что, чтобы ее ломать, надо брать там патчи всякие. Кстати, новая, последняя версия користы вроде не ломается. А как я это активировал? Ну, есть люди, есть разные варианты. Кто, может, я купил, может, не купил, не вам не скажу. Фишка такая, видите, сейчас будет 90% и монитор перезагрузится. Ну, обычно, когда это музыка, она переключается. Все, что мы можем в этой программе? Вон, можем активировать различные фишки, вон, освещение, провожание домой, там, много. Вот я вот в этой ерунде себе сделал 4 вспышки при перестроении. Раз, два, три, 4. Может, это 3 мало, 5 много, 4 нормально. Ну, короче, все в моих роликах. С користой мы разобрались. Перед тем, как начать с ней работать, сначала диагностируем, потом делаем такие штучки-дрючки, потом включаем и выключаем машину, они покатались, снова диагностируем и не должно быть ни одной ошибки. Далее. По користе сказали, что она пишет неправильный код ошибок, но у нас есть такой человек в группе, который очень любит такую программу, как Карлу. Ну, он мне прислал эту программу, я тоже скачивал ее. Но там есть такие моменты, нюансы, кто-то ее покупает, кто-то ее ломает. Но там главный косяк, что она идеально работает только со своим УБД-сканером, грубо говоря. С вашим 327-м, там только определенная модель есть, я точно не помню, человек может напишет там, то ли он с этим ОБД-разъемом активировал Карлу, то ли там каким-то своим белым, и он смог ее взломать, и он может не только считывать коды ошибок, которые якобы такие же, как и у Васи диагноста. Но, чтобы хорошо работало Карлу, надо покупать их диагностический разъем ОБД за $44. А по-моему, это дофига. Сейчас будет пример этой работы, человек мне должен был прислать. Чтобы вы просто знали, что за программа. Но я скажу вам так, ребята, все это идет просто нафиг, нафиг. Это все полное балосо, когда у вас появляется вот такая вещь. А что это за вещь? Кто знает, тот знает. Кто не знает, потом узнает из моих роликов. Вот когда есть вот такая вещь, все вот это просто баловство. Вот это взрослая, серьезная вещь. Освоив ее, вы будете очень могущественным в мире диагностики. Кто понял, что это такое, у кого есть знания в этом, пишите, а я только учусь. Буду искренне благодарен тем, кто поделится информацией, а еще лучше станет моим сенсеем в этом мастерстве диагностики.
Потому что пора, ребята, познавать электронный мир. Кстати, нужно помогать друг другу, делиться знаниями. Потому что шкодоводы — это крепкое, дружное сообщество идейных людей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите мне, кто угадал, что это такое, и какой есть информация. Правильно, правильно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания.